Два первых вопроса отчетные. Итоги деятельности подвел Николай Горшенин. Сначала о проделанной работе в Гурдуме с октября 2013 года по декабрь 2014. Деятельность, она плодотворная была, мы очень много вопросов рассмотрели. За отчетный период проведено 20 заседаний, из них 5 неочередных. По количеству вопросов 263. Принято 257 решений, из которых 132 носили нормативный характер. За такой же период отчитался Николай Горшенин и о своей деятельности на посту главы Димитровграда. В числе вопросов было и утверждение изменений, внесенных в городской генплан. Комитет, принимая во внимание результаты проведенных публичных слушаний, поддержал представленный проект и рекомендовал его для рассмотрения городской думы. Проект также поддержал и социальный профильный комитет. Напомню, в числе важных изменений генплана включение в границы города территории поселка Торфпредприятия. Муниципалитет также получит возможность реализовывать участки по улице Промышленная общей площадью 80 гектаров для объектов промышленного производства. Всего депутатский корпус на февральском заседании рассмотрел рекордное количество вопросов – более 30. В том числе народные избранники утвердили стратегию демографического развития Димитровграда до 2025 года. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.